Добрый день, здравствуйте. Сегодня с вами готовим сочинскую пахлаву или же сочинский пирог. Некоторые его так называют. А теперь посмотрите, что нам понадобится. Мука, масло, сметана, разрыхлитель и ванилин, соль, 4 яйца, желтки для теста, белки для начинки. Начинку еще пойдут орехи и сахарный песок. Вот и все. Ингредиенты будут описаны под видео, так что не переживайте. Отделим желтки от белков и белки поместим в холодильник, пока мы занимаемся тестом. Чтобы приготовить тесто, вам придется натереть, нарубить, нарезать, как я, вот видите, я беру ножик для сыра и вот такие делаю стружки. Это быстрее, чем натирать, и меньше пачкаете руки. Хорошенечко перемешали с мукой. Теперь сюда добавим соль, ванилин и разрыхлитель. И опять же все перемешаем. Кстати, разрыхлитель можно добавлять и в сметану. Теперь возьму 3 желтка, хорошенечко их размешаю и всю эту массу добавляю вот сюда. То есть здесь у меня стружка вот эта, хорошенечко между пальцами перетираю его. Я не делаю крошку, чтобы не получилась крошка, чтобы масло оставалось вот такими кусочками, и потом она сделает вам слойку. В каком случае? В том случае, если у вас сметана обезжиренная, или вместо сметаны вы добавили кефир или гатых, то у вас получится слоеная. Сегодня у меня будет рассыпчатая, так как я добавила сметану. И высыпаю все то, что получилось, на стол. И сделаю из него 2 комка. Тесто вот такое, но его можно собрать в комочки, а потом раскатывать. Вы почувствуете это, когда вы будете готовить тесто. Теперь убираю в холодильник. Если у вас печка печет низ хорошо, вверх хуже, то нижний корж сделайте потолще. Если везде одинаковые, то одинаковые коржи. Убираю в холодильник на полчаса. Этого достаточно. За это время приготовим противень. Выстилаю его бумагой. Кстати, если даже нет бумаги, не переживайте, он не пристает к противне. Это для удобства. Ну, у меня есть еще вот такой мат из силикона для рулета. Я его тоже использую, когда готовлю пахлаву, вернее, пахлаву сочинскую. Или же что-то такое, знаете, вот рассыпчатое. И вот посмотрите, как удобно будет в нем раскатывать. Я выкладываю сюда тесто. Можно прямо вот так разминать руками, раскатывать скалкой или же постелить на него пергамент и раскатать по всей поверхности. Ровненько, везде одинаковая высота. Открою вам секрет. У меня обычно бывает с какой-то стороны выше, с какой-то стороны ниже. Так что смотрите, я вам открываю все мои секреты. Теперь это на противень, и нам надо измельчить орехи. Орехи не пропускаю ни через какой аппарат, как бы ни рондо, ни мясорубка, ничего. Просто беру скалку, целлофановый пакет и разминаю его. Стараюсь, чтобы сильно много его не превратить в порошок, чтобы он чувствовался в этой пахлаве. Это и есть вот изюминка, я думаю, во всех таких изделиях, где есть орехи. Белки достала из холодильника, а теперь мне их надо взбить. Щепотку соли и взбиваю. Взбиваю до тех пор, пока получится хорошая, устойчивая белая пена. И постепенно добавляю сахар. Видите, вот такая пена. Добавляем сахар. На этом можете не зацикливаться. Оно может подняться хорошо, в смысле превратиться в крепкую пену или некрепкую пену, не имеет никакого значения. Теперь раскатала я второе тесто тоже и буду его накладывать вот на
то, что мы приготовили, раскатанное тесто, выложила туда белки с орехами и с сахаром и укрываю хорошенечко его таким образом. По-другому очень трудно. Если вам будет трудно, просто разделите на 4 части и перенесите его на ваш пирог или торт. Аккуратненько подправляем все. По краям, если хотите, можете защипить. Если нет, можете оставить так. Белки никуда не убегут, не утекут. Немножечко они, конечно, при выпекании выходят по краям, чуть-чуть, но они очень красиво там зажариваются, и это получается даже такое необычное. Теперь я не буду его нарезать сырым, прямо вот в виде пахлавы. Я испеку целиком. Специально хочу, чтобы вы увидели. Когда в сыром виде нарезаете, оно получается так, вот с этих прорезей выходит немножечко белок, тоже получается так вот симпатичненько, но опять же красивее будет, если вы хотите подать на стол, чтобы было все аккуратно, испечь, а потом уже нарезать. Как видите, у меня посерединке получилась вот такая трещина, это не беда. Вы в конце увидите, что будет, просто там будет темное пятнышко, потому что там сахар, и он быстро поджарится, чем все остальное. Желток смазываем хорошенько. Если у вас желток такой густой и плохо мажется, то можете добавить чуть-чуть капельку водички или молока. Все, идем в духовку. Но перед тем, как пойти в нашу духовку, заранее разогретую на 160 градусов, делаем несколько дырочек, чтобы, когда оно будет печься, оно поднимется. Поднимется в два раза, в три раза даже, чтобы это все не треснуло. Сделаем несколько дырочек. Ну, вы увидели два, я сделала 6-8 даже по всей поверхности. Испекла. Как видите, я сказала, там получится темное пятно посерединке, как будто подгорело, но это не подгорело, это просто зажаренное все. Не люблю сырые печеные. Например, покупаете булку, да, она симпатичная, а если вы ее едите свежим, надкусили, обратно не поднимается. Посмотрите, вот какое оно. Тут есть слои. Не везде, потому что я сделала только на сметане и на жирной сметане. Оно больше рассыпчатое, чем слоеное. Повторюсь, хотите слоеное, замените сметану на гатых или кефир. Все. И у вас получится совершенно другая пахлава. Как видите, получилось вот так. Она высокая, вкусная. Я сейчас буду пробовать для вас. Думаю, вам очень интересно, что я скажу. Конечно же, скажете, очень вкусно. Да, я так скажу, потому что действительно так. Что ж тут такого непонятного? Здесь масло, мука, орехи, яйца. Все вкусное. Ну, а чтобы вид получился такой, смотрите видео, готовьте со мной вместе, делитесь им. У нас уже начинаются праздники, каждый вторник. Собирайтесь за столом, будете пить чай. А потом к празднику мы с вами приготовим нашу пахлаву азербайджанскую. Пока всего вам доброго, желаю удачи. Не забудьте поделиться видео, поставить лайки и комментарии. И подпишитесь, если кто не подписался. Пока-пока!